Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня очень-очень неожиданный выпуск, супер экстренный выпуск, я бы даже сказал, по модам на КДСС. Это дело в том, что я человек, который выпустил обновление для мода «Что если?», выпустил он его причем очень давно, может быть даже еще в прошлом году, нет, по-моему, в январе выпустил, в январе вроде бы. И вот, короче, я про этот мод забыл и говорил недавно, что вот в следующем выпуске я его сниму обязательно. В итоге я снял про этот мод, опять забыл, но я потому что по списку там играл. Посмотрел, какие моды в списке, играл по списку. Ну и в итоге этот мод я все-таки забыл, так сказать, обещание не сдержал. Автор этого мода меня отругал, конечно же. После этого я ему сказал: ладно, раз уж я так облажался, давай я завтра еще выпуск сниму. Он никак вообще абсолютно на это не ответил, обиделся, скорее всего, на меня. Но тем не менее, ну, надеюсь, конечно, что нет, но тем не менее, я в любом случае сниму это. Облажался, значит, виноват, дурак, вину искупляю. Поехали, давайте посмотрим. Ну, кстати, я не помню, что было в предыдущих версиях. Я этот мод давно снимал, вроде бы. Что если? И уже не помню. Так что давайте все эти уровни пройдем сразу. И выглядит он круто. Но, собственно говоря, вот этот мод в предыдущий выпуск бы и не влез. Да надо было с него сразу начинать. Или нет, лучше бы его даже вторым было снимать. Потому что он лимит бы перевалил бы сильно. Лимит времени на выпуск. Он большой, сильный, я вижу. Так, ладно, давайте смотреть. Что, если сосед переехал в другую страну? В этой реальности сосед уехал жить в другую страну? Ах, да, музыку надо включить. Подальше от Вуди и мамы. В новом доме сосед быстро обустроился и занимается своими грязными делами. Сосед наконец-то съехал от Вуди, он может жить спокойно, но по контракту Джо Вуди все равно должен снять еще одну серию, и Вуди отправляется в эту другую страну, короче. Но выглядит мод интересно и круто. Я такого уровня не помню. Абсолютно. Видимо, глобальное обновление за это время выйти успело. Вот этих уровней я совершенно не помню, серьезно. Был вот, правда, один человек, который тоже прислал мод, и там он прям сильно обиделся, видимо. Да почему ничего нету-то нигде? Ого, нифига себе, вот этого я не ожидал. Короче, я не помню, как его зовут, да и не важно, пусть будет анонимно. Это не похоже, такой взгляд на провал вообще не похож. Такая поза, в смысле. Не помню, как зовут, но и пусть так, наверное, и будет. Не понравилось ему, как я оценил его мод. И он не просто обиделся, еще и добавил меня в черный список. Но потом убрал все-таки и снова начал присылать моды. Но осадок, как говорится, немного остался. Постер. Ага, он же вниз пойдет, да. Сейчас он вниз пойдет. А, вот предметы, где, оказывается, еще взять надо. Так, клей я вижу, и этот. Вот этот, наверное. Это он так любуется на картину. Прекрасно вообще. Вообще обалденно. Зачем смотреть и топать ногой? Мне кажется, надо смотреть, как он в бинокль вот смотрит. О, вот эта картинка прикольная. Хорошо, что он сделал. А, сорвать надо. А, нет, надо что-то другое придумать. А, он нарисовал. Ха-ха.
Но только вот я не вижу, чтобы еще можно было бы с ним сделать. Кстати, я... А, он уже увидел. А, я знаю, что надо сделать. Я понял, что надо сделать. Попробуем это. Я догадался, что надо сделать, да. Кстати говоря, вчера вечером... Вы помните вот игру эту Super Mario Bros. Edition Deluxe, которую вот я показывал? Короче, вчера Денис Мейджор, я тоже снимал видео, как он в первый раз играл в этого Марио. И вчера он, короче, постримил по заявкам и в нее тоже играл. Где-то полчаса в нее поиграл. Я хотел, чтобы он там поиграл немного больше, там больше... Он там только один мир из фэнтези мод сыграл. Хотелось, чтобы он его весь сыграл, ну да ладно. Короче, так себе получилось, там в чате у него один не очень приятный тип. Постоянно на протяжении всего геймплея жаловался, там обвинял меня в пиратстве, в плагиате и так далее. Так, ну давайте сначала описание, потом продолжим. Что если сосед живет в России? В этой реальности сосед живет в России, курит у себя в гостиной, но находя вас за очередной порцией пива. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем, увидим. Решать Вуди незаметно пробирается в дом. Давайте, хорошо. Говорит, купи Super Mario Maker 2 и там за бабах и уровни. Нечего пиратить. Но этот тип, очевидно, не в курсе по поводу того, что... Эта игра сделана на редакторе, где уровни там строятся. И редактор этот сделан был не мной. И этот редактор бы... Этот редактор одобрен Nintendo. Если бы, судя по всему, автор, который сделал этот редактор... Я на этот редактор, кстати, обзор делал недавно. Явно... взял какое-то разрешение у Nintendo на это, потому что если бы он не взял, то Nintendo быстренько бы прикрыли этот редактор и, скорее всего, даже подали бы на его создателя в суд. И этот редактор мы бы с вами бы не увидели, не сыграли бы. Так что вот так вот. Так, ну я понял, надо это... Надо, короче, пробраться в гостиную, пока он ходит на кухню. Вот так. А, я могу же яйцо подложить, отвлечь. Вот так. Ну и вот я... Там, поскольку были уровни из оригинального Super Mario, там... Ну там, во-первых... Тоже не совсем-то воровство, как бы, потому что там все-таки... Там все-таки Nintendo указано тоже в самой игре, что это Nintendo. Ну и дисклеймер на всякий случай в текстовом руководстве написан, так что по сути никакого воровства нету. Ну, по крайней мере, я считаю, вот так. Но давайте не о Марио, давайте о... как достать соседа говорить. Мод выглядит очень интересно. Вот портретик его прям хорошо автор нарисовал. А, блин, да я не успеваю это сделать. Ну, в аквариум, возможно, вот это надо подмешать. Или, может быть, вот это надо в пиво. Только давайте... О, точно! Ну, с огнетушителем сделать ничего нельзя. Цветок. Может быть, порох надо в него? Или это? А, нет, это было уже. А, ну, курильную трубку в этот, в порох надо. Вот так. Моргает фон, тоже прикольно, кстати. Более, так сказать,
Заметно это дело. Ну все, вроде все прокси сделали. Ну тут, по-моему, больше нечего брать. По-моему, я все сделал уже. Хотя, подождите, еще какая-то пакость. Что-то я явно забыл, но я не вижу еще, что можно тут взять и сделать. А, курильную трубку камикадзе. Прикольная отсылка, конечно. Точно, вот последний пакость у нас оказывается. Все, понятно. Моргающая картинка, это, в принципе, прикольно. То, что она моргает, это как бы прям реально оповещает. Глаза более с наибольшей вероятностью это замечают и понимают, что на соседа нужно посмотреть. Что если сосед вор? В этой реальности сосед стал вором. Сосед стал вором и ворует всякое добро. Периодически сосед спускается на первый этаж, чтобы по телефону обсудить с сообщником следующий грабеж. О, даже так. Вуди, которого наняла полиция. О, даже так. Должен выбесить этого опасного преступника, чтобы потом полиция могла взять его в тюрьму. Какой-то странный метод быстрого способа взять его в тюрьму. Ну да ладно. Мод мне нравится. Выглядит, сделан довольно интересно. Это просто сосед стал вором, а так он живет в обычном своем доме. Окей, ладно. Ружье. Ему этих пистолетиков не хватает. Этих косынок, этих ключей. В арсенале, блин. Отмычек всяких там. Петард. Это петарды, наверное. Так, как же он будет обсуждать грабеж? Интересно. Да, странный у соседа очень язык. Ну или если уж таково, то, наверное, тогда... вот так надо сделать. Очень странный язык в этом мире. Очень странный язык во вселенной, когда соседа. Вот так. Интересно, а куда же он стреляет? Он себе весь дом не расстреляет ли случайно? Или у него мишень какая-то есть? Да мне кажется, от такого ружья он бы стену бы себе разбабахал бы. Подождите, в холодильнике ничего не было? Нет? В микроволновке ничего сделать нельзя. Это этот. Это на телефон надо положить. Отсылка на консольную версию, кстати, когда соседа. Там такая же пакость была в первом же уровне, причем где надо утюг на телефон положить. Вот что надо взять. Точно, господи, это боже мой. В смысле, а почему нет? Вот так. Все, теперь ясно, все понял. Вот это бакс, и потом с ружьем. Все, понятно, разобрались. Этим мы разобрались. Я только сейчас обратил внимание, что вот картинка двигается еще, как когда соседа 2. Тоже респект, это тоже прикольно сделано. Я ни разу в модах на первой части такого не видел. Такое было разве что в Android версии на оригинальной
обычный когда сели первый. Мишбосс. Мишбосс. Он же автор мода. Так, что у нас дальше? Так, ну это напоследок. Что если сосед Чистюля, сосед по жизни та еще свинья, но в этой реальности он боится и пятнышка? Ого, нифига себе. Это на позитив наталкивает. Сосед пылесосом убирает пол, периодически приходя на кухню за порцией бутербродов. После всех действий сосед идет протирать фотографию своей любимой. Мама после этого идет принять горячий душ. Или, но ванну, скорее всего, он идет принимать. Все бы ничего, но будет все равно здесь. Давайте проверим, насколько он у нас чистюля. Не очень-то уж чистюля. Вон банка с краской, которая свисает, валяется на полу. Я такое чувствую, что он сейчас после портрета пойдет в ванну. Скорее всего. Так что придется, видимо, переигрывать это дело сейчас. Точно. Давайте заново. О, менюшка прикольная. Вот только вот вопрос, почему у Вуди белые глаза в меню? Ладно, ванной займемся тогда потом. Сейчас я не успею. А хотя давайте сейчас по-быстрому возьмем предметы, не открывая ящик. Вот так, давайте сваливать. Отлично, вот, успели. Молоток тут какой-то лежит. И утюг. А, это использовать. Вот так вот. А, ну не, ванну все-таки он идет принять, потому что вон ванна набирается же сначала. Ух, как я успел, а! А, он еще там, пристынет. Твои ж налево, вот этого я не ожидал. Так, давайте заново опять. Вот этого я не ожидал, я думал, он просто... Я думал, он от этого не побежит. Ладно, придется это учесть. Так, берем это по-быстрому. Спид-демоном быть мне очень трудно, блин. Не получается. В смысле? А. По-быренькому вот так вот все это делаем. Ладно, с бутербродами... Бутерброды тогда сейчас делать не будем. Так, вот это же надо, да? А, нет, вот это. Так, сразу вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Отлично, теперь только деревяшка осталось подсунуть.
Фух, давай, давай быстрее, сосед. Так, и бутерброды. То есть она исчезла такое и появилась обратно сразу. Очень-очень необычно, странно, ну да ладно. Ну, все пакости уже сделаны, в принципе, вот это можно и не смотреть. Так, и что у нас это? Что если все эти Вуди волшебники? О, даже так? Ну, это как-то перебор, мне кажется. Все реальности по-своему уникальны, однако на этой земле есть уникальная магическая наука. Но в этой реальности, может быть, у нас-то нет. Еще давным-давно в мире как будто из ниоткуда начали появляться академии магии и волшебства, в которых можно было научить различным магическим приемам. Окончив последний третий год обучения, Сет украл тут некоторые артефакты. Вуди, будучи одним из учеников академии, должен выбить Сета и вернуть в него реликвии на место. Наказать, так сказать, а не выбесить. Ох, ёшкин кот, ничего себе. О, блин, вот это интересный будет уровень. Ну, короче, скорее всего, в этом выпуске только этот мод и будет. Других не будет, скорее всего. Так, что он с этим хрустальным шаром делать будет? Сфера. А, я тут взял уже. Это что за... Клянка. Нифига ж себе. О, нифига, прикол вообще. Музычка, кстати, я сейчас обратил внимание, интересная. Сейчас заклинание будет произносить, что ли? Просто читает его пока. Ой! В этот шкаф не спрячешься вы на этом уровне, он что-то с ним будет делать. Ух ты, нифига себе у него тут это. Его посмотреть на шкаф, вот что будет, если посмотреть на шкаф. Он что-то берет из него. В этом шкафу лежат прочие украденные Сетом артефакты, благо Сет... Достаточно глуп, чтобы украсть их ненастоящие копии. Взять сферу можно... А, можно взять другую, еще одну. Прикольно, прикольно, вот, реально. Ох, не успел, ну ладно. А я в холодильнике ничего не брал? Нет. Там ничего, к сожалению, нету. Ну, это, ну, пердушка явно туда. А, это сфера несчастья. Ага, надо подменить.
меня прикольно лежит. Так. Так, что он с этой штукой делать будет? Не знаю, ходит ли он сюда. Так, закладка для книги. Блин, вот это прикольно, вот это мне понравилось. Блин, надо было с книгой что-то сделать. Наверное. Кольцо адского пламени. Ага, блин, вот надо было с книгой что-то походу сделать. А я потерял эту возможность уже. К сожалению. А, и бананы я уже поставил там, куда он уже не пойдет. Эх, вот тут не очень-то удачно получилось. Но кто знал, что он за книгой пойдет именно в этот момент? Может, суперклей надо туда? Нет? Закладку? Не. Хотя, чё бы... Какую закладку там зачем? Может, в шкаф надо суперклей этот? О! И хорош. Ладно, с книгой ничего сделать не сможем. Уже она все уже исчезла. Ну, скачайте этот мод по ссылке в описании, сами пройдете. Ой. Прикольно. Две пакости у нас, похоже, останутся невыполненными. К сожалению. Ну, а так уровень прикольный. Мне все равно, мне понравилось лично. Вот это вот, с вот этой сферой несчастья, это прикольно получилось. Мне реально пакость такая понравилась. Я уже, в принципе, максимальную оценку этому моду готов поставить. Блин, этот... ну, я уже не смогу это добить до конца, поэтому ладно, давайте последний уровень сразу тогда. Что если КДС это хоррор? В этой хоррор-реальности дом мистера Ротвиллера более темный, а сам сосед является не человеком, а скорее мутантом. Со своими принципами. Вуди не лучший из доброго паренька, который всего лишь желает справедливости. Он превратился в эгоистичную личность, и он издевается над Ротвиллером просто так. Более того, с Вуди и Ротвиллер в этой реальности даже не соседи, но на Вуди это плевать. Пирог на кухне не просто так стоит. Ну давайте попробуем, что это у нас такое. Блин, прикольно. Даже все темно, и двери все темные. О, ничего себе. И двери темные все. Но персонаж не до конца темный, правда. Местами он... светлый. Вот в эти места он заходит, он тут светлый. Или, может быть, так и задумано было. Ну что я сомневаюсь. Но я не планирую, если честно, этот уровень проходить целиком, потому что пилой может. Господи ты, боже мой. Вот неудачно, а. Что? Это что такое было? В смысле? Что это за... Что это за связка языками была сейчас? Ага, тут еще и закрыта дверь, блин. Ну это сложный уровень. Я не думаю, что я его буду проходить. Дверь явно не открывается. А что я теперь сделаю? Блин, надо было прятаться в этом.
Блин, надо было прятаться в этой урне. Так, ладно, все, я понял. Давайте сделаем это дело. Сразу на кухню и в урну. Сразу. Но потому что здесь так темно, даже как-то не очень приятно играть, если честно. Но выглядит круто, разве что вот то, что главный герой, вот когда вот так ходят, они не темные. Темные только когда вот не на этом уровне, а куда-то туда уходят. Ну а хоррором-то тут особо-то и не пахнет. Никаких страшных звуков, ничего такого нету. Да он не успеет. Да вы чё, он не успеет. Не, он нифига. О, я же могу вот так сделать. Точно. Я же могу сделать так. Вот так, всё. Я сразу не догадался, а? Шкаф плотно закрыт, причем даже не на замок. Видно, что в шкафу мне не спрятаться. Блин, банка с таблетками, я про нее забыл. Я не увидел, точнее. Ладно, сейчас попробуем разобраться. А, у меня же время сейчас еще закончится. С ним ничего сделать нельзя. Противные таблетки. Ага, ну это в аптечку 100% надо положить. Других вариантов нету абсолютно. Это тоже в кресло, что ли, надо положить? Я как бы скорее... А, все, уже время заканчивается. Ладно, давайте закончим тогда с этим модом. Сильно долго заостряться на этом уровне не будем. Так, так-то мод отличный. Я ему ставлю галочку. Реально, мне очень понравилось. Ну что ж, я вчера говорил, писали мне в комментах, что я сегодня, наверное, выпущу этот кадр студента, но нет. Когда с студента я уже не успею снять. Возможно, я сниму этот Will You Press the Button сегодня. Видимо, придется все-таки одному снимать с Лехой, так сказать. Связаться не сильно получается в этом деле. Ну ладно, так. Сегодня, так что, может быть, сегодня еще Will You Press the Button выйдет. Не обещаю, но я постараюсь. На сегодня все. Подписался с меня эпичные видосы. И да, этот мод не влез бы во вчерашний выпуск. Он очень долгий получился. Ему лучше отдельный выпуск действительно было делать. Подписывайтесь на стримский канал, субтитры ВКонтакте, и всем пока.